У Дрибіні открылася новая сучасная дитячая пляцовка. У самом центре города на добраупорядкованной территории разместили 26 объектов для агульняў дзяцей усіх узростаў, нават для дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Гэта мясцовая ініцыятыва, якую фінансава падтрымалі Еўрапейскі саюз і праграма развіцця ААН. Что вам здесь больше всего нравится? Наверное, качели и карусели. Да. А что, раньше таких не было? В Дрибіні нет. Гулять весело, с комфортом и безопасно. Такую задачу поставили перед собой створальники дитячей пляцовки у Дрибіні. Реализовал этот проект Михеевский сельский совет. Але там подкресливают, что эта пляцовка у райцентра для всех детей Дрибіншины и ее гостей. Для того, чтобы наши детки здесь меньше были в компьютерах, больше играли на свежем воздухе, набирали силы, здоровье, энергию свою куда-то могли деть. Вот. Ну, это все для детей. Пляцовка каштует около 30 тысяч долларов. Амаль 25 тысяч финансования Европейского союза и программы развития ААН. Однако и мясцовый бюджет, а так само и жыхары брали удел у стварыни пляцовки. Дрыбинцы наводили парадок, прибирали и чистили территорию на субботнику. Теперь это место стало самым популярным. Конечно, есть и дворовые дитячие пляцовки, але яны звычайно обмяжовываются пясочницами и турниками. Тут же простор, тому у все дрыбинские дети тут. Как новая площадка? Хорошая, красивая. Эта площадка очень хорошая, интересная. Я рад, что ее открыли. Тут раньше были только статуи деревянные, а теперь тут много всего интересного. И для маленьких, и для взрослых. Давай. Я хочу пожелать детям, чтобы они сначала делали уроки, а потом приходили на площадку. Для батьков есть праца на каруселях, а для отпочинку – зручные лавы. Очень прекрасная площадка. Мы очень рады, что наконец-то такой есть Дрибіні уголочек, где можно погулять, выйти с детьми, посидеть, пообщаться вместе с ними и вообще им с друзьями. Ну, вообще, круто. Вам кажется, что это круто? Да. Зазначим, что озеленение пляцовки – особная частка проекту. Больше 700 рублей выдатковали на закуп у городским ботаничным саде рослинов, которые вырастут и упрыгожить место. У Дрибіні спадзяюцца, что дети и дорослые будут заховывать пляцовку, бо яна – агульный забыток. И что это ваше? За правду это ваше, что берегите вот это вот все, пользуйтесь им, довольствуйтесь, ну, набирайте сил, энергии для того, чтобы учиться. Ілона Іванова, Юра Власов, новини регіону.